Уважаемые соотечественники, в связи с недавним арестом лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина представителями общественности Брянщины сделано следующее заявление на имя президента Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, ниже подписавшиеся представители общественности Брянщины, движимые чувством ответственности за свою страну Россию, за будущее своих детей и внуков, не можем промолчать в связи с дальнейшим наступлением нынешнего олигархического режима на социально-экономические и политические права трудового народа, насаждением полицейщины по отношению к оппозиционным силам. Анализ действий властей всех уровней, правоохранительной и судебной системы показывает, что олигархический антинародный капитал встал на путь репрессий и преследования патриотов нашего Отечества. Вопиющим фактом этой череды беззаконий стал арест признанного авторитета левых и народно-патриотических сил Николая Платошкина по совершенно надуманному, на наш взгляд, обвинению по части 1.1 статьи 212 УК РФ «Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков», а также статьи 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Для всех, кто смотрит многочисленные выступления Николая Николаевича, доступные широкой аудитории благодаря современным средствам массовой коммуникации, видна абсурдность предъявленных ему обвинений. Юристы не видят в его публичных деяниях не только состава, но и события преступления. Требуем от вас, как гаранта Конституции РФ, прекратить преследование Платошкина по сфабрикованным делам, а тех лиц, которые приложили к этому руку, привлечь к строгой ответственности. Руки прочь от Николая Платошкина. Аналогичные обращения, нами направленные генеральному прокурору России Краснову и председателю Следственного комитета Бастрыкину. Мы защитим честное имя Николая Николаевича Платошкина всеми законными средствами. Согласно Конституции, Российская Федерация является правовым государством. Это означает господство закона и исключение какого-либо произвола со стороны властей. Владимир Владимирович, вы являетесь гарантом Конституции, а следовательно и гарантом соблюдения всеми должностными лицами принципа правового государства. Поэтому мы требуем навести порядок и обуздать всех должностных лиц, которые причастны к фабрикации уголовного дела в отношении Николая Николаевича Платошкина. Наша власть, чиновники и высшие чиновники власти обвиняют товарища Сталина в репрессиях 1937 года. Клеймят его за это позором. Призывают призвать к суду. У нас фактически сейчас и начались политические репрессии, когда человека, который завоевал авторитет в обществе за свои вот эти правдивые выступления, за то, что призывал руководителей страны сделать народ, жизнь народа лучше. Поэтому такие вещи недопустимы, потому что, как сейчас осуждают репрессии 1937 года, подойдет время, также и будут Владимир Владимирович не только осуждать, но и требовать наказания за эти репрессии, которые сегодня творит чиновники, творит полиция, творят другие органы власти. Поэтому мы призываем вас, прекратите эти репрессии, отпустите Николая Николаевича на свободу.